Мы готовы. Дима. Форс-мажор тут у нас небольшой. Ты вполне не могли улететь, что ли? Ты же скажешь, что за двоих надо бежать. Я бы просто колешки бы подогнал и как хуй смог бы довести. А ногу вперед для упора. Минут на готовность при старте. Принял. Маша, помаши рукой. Thank you.
Очень здорово. Очень круто. Новые ощущения. Это лучше, чем... Не зря УЗИ проходили. Держи. Так. Крепеша? Да-да. Куда что? Держаться мне. Это сейчас на руку. Да. Подойдем. Что еще скажи? Полетать можно без параплана. Главное пристегнуться. Так, держаться вот за вот. Да, да. А там большим пальцем просто будет держаться. Ну это только на старте, потом руки можно разусеть в разные стороны, как в питании. Та-дам! Готов, Пань? Или еще расправляли? Посоль с вами будет бежать примерно первые 600 метров, не больше. Потом будет встречать. А как вот так вот, да? Да, вот так вот. Ага, большим пальцем. Вот так. Ну это при старте, потом уже. Мы пытаемся сесть, когда парапан взлетел. Ага, бежим. Бежим, ну, да. Поэтому я скажу, что можно сесть, адаптироваться, подвески и все. Ой, а вот не надо было лезть, посмотри. Немного при старте прилетит, это нормально. Ой-ой-ой. А, заработает почему-то.